Приветствую вас, аноним. Если честно, прочитав ваш вопрос, и дополнение к нему, я не очень понял, чего вы хотите. То есть вы описываете состояние мужа своего психического. Почему состояние? Потому что психологи, тем более заочно, диагнозов не ставят. И к врачам обращаться не рекомендуют. По крайней мере, если нет каких-то таких слишком явных, откровенных проявлений психических заболеваний. Вот, которые можно увидеть только при очном непосредственном взаимодействии с человеком. Значит, вы описываете психическое состояние своего мужа. Вы описываете симптомы его состояния, проявления его состояния, да? Вы говорите о том, что, значит, он не хочет признавать себя больным. Правильно, потому что он не болен. По крайней мере, до тех пор, пока у него нет диагноза. Да? Он не болен, и поэтому больным себя не считал. Дальше. Вы спрашиваете, что это может быть? Аноним. Психологи не ставят диагнозов. Психологи не занимаются постановкой диагнозов. Психологи помогают человеку разобраться в своих проблемах. Лучше понять себя, лучше управлять собой, контролировать себя. Но не ставить диагнозы. Понимаете? Я, исходя из того, что вы описываете, вот, могу сделать вывод, что у мужа очень слабый эмоциональный интеллект. Вот. Плюс повышенная тревожность, страхи, вот, и, может быть, еще есть, ну, как результат, да, следствие, как следствие проявления агрессии, вот, проблемы с выражением агрессии, проблемы с защитой личной границы вашего мужа есть. Я бы также сказал, что да, ваш муж постоянно в напряжении, постоянно тревожный. Я бы сказал, что здесь есть элемент расщепления. То есть вот ну, такое состояние, когда одни и те же вещи вызывают разные реакции. Эмоциональные, да? Вот. В принципе, вот то, что я тут могу сказать. И если человек не теряет свою личность, да, то есть если это полностью его другим не делает, то обычная психотерапия может помочь. То есть просто работа с психологом, если человек не хочет обращаться к врачу. Что, вообще-то говоря, в рамках России, если вы живете в России, ну, вполне нормально. Вот. В остальном вы пишете, вам бы здесь в раздел медицины. То есть по всем остальным аспектам вам бы в раздел медицины. Дальше. Интерес представляет для меня
лично как для психолога-консультанта ваше дополнение. Хочу добавить, что свои психологические проблемы я прекрасно понимаю, что живой человек и мы терплю, что это тоже ненормально и указывает на зависимость и потребность негативных эмоций. Но так если вы понимаете свои проблемы, может быть, ими стоит за них позаниматься, может быть, их стоит прорабатывать, тот факт, что вы от них устали, ну, ситуацию в общем и целом не меняет. А я выросла и устала от этого. И что? Дальше. Конечно, удобнее всего сейчас меня затянуть на консультацию, но я понимаю все свои проблемы. И что? Вы думаете, понимание ваших проблем решает их? Все эти годы я не как родитель пытаюсь его вылечить, а по молодости и неопытности подстраивалась под него и на все придирки. Не так готовишь, недостаточно зажарил, хотя я очень вкусно готовлю, в восторге. Не так убираешь, не так на карте краску наносишь, не так. Я совершенствовался и хотела во всем угодить, угодить ему, не понимала, почему на все мои стремления стать лучше получаю в основном негатив. Так, а вы не думаете, что у вашего изначального стремления стать лучше получается для кого-то, и теперь стремление, наоборот, стать независимой, есть одна сложность, одна причина. Это не молодость и не опытность. Это представление о себе. Это не молодость и не опытность, это привычные формы реализации ваших потребностей. Вы как-то пришли к тому, чтобы стараться быть лучше. Даже в скобочках вы пытаетесь доказать. Мол, типа, готовлю невкусно, хотя все в восторге. Вы как будто бы пытаетесь доказать что-то. И в своем стремлении уйти есть такое же ощущение того, что вы пытаетесь доказать. Но правильно ли я вас понимаю, аноним, что сами консультироваться вы не хотите, вы считаете, что у вас все в порядке, проблема только у вашего мужа? Нет. Если это так, это крайне деструктивная позиция. Вы не решите таким образом свои проблемы. Значит, начала понимать, что никогда не угожу. Мне все равно делаю, не нравится, просто не обращаю внимания, как поорет и перестанет быть самой идеальной. Но с этим всегда найдет, чем уколоть. Вот так у него же получается вас уколоть, правильно? Вы выбрали этого человека. Вы выбрали этого человека в себе в супруге, а теперь хотите его поменять. Знаете, я бы вам поверил, я поверил бы, если бы у вас не было, что у вас нет проблем, если бы вы просто приняли бы его таким. Ну вот он такой. Все. Ну вот он такой. Вот я решила с ним больше, например, не жить. Или я решила с ним жить, но вот сказала ему, что вот у тебя есть вот столько-то времени, да, чтобы ты вот как-то вот в этом поведении скорректировал. Чтобы, ну, сам от этого не страдал, да, чтобы я какого-то дискомфорта от этого не чувствовал. И все, захочешь сделать, не захочешь, все, я ухожу. Я бы поверил вам. То есть, понимаете, родительская позиция, она может быть в любом возрасте. А дальше, значит, если вы пишете, найдете чем уколоть, значит, он вас задевает. А если вас человек задевает, то проблема ваша. Вас проблема. Моя проблема в том, что я не уходил, но сейчас понимаю, что заводить ребенка в такой семье, где папа пришел с работы в недуг, я обложил
психматом, был недоволен всем во всем, всем во мне, психанул, свернул что-то, я не буду объективно. Так. Зачем вам ребенок? Вот. Ориентир на ребенка у вас чем обусловлен? Так, значит, объективно я очень симпатичная, образованная, талантливая девушка. Объективно это как? Как это объективно? Аноним. Вот вы думаете, что кто бы способен вас оценить объективно, в скобочках нет. Вы думаете, вы себя объективно можете оценить, в скобочках нет. Вы думаете, кто-то способен вас объективно оценить, в скобочках нет. О какой объективности вы говорите здесь? Дальше. Очень симпатичная, образованная, талантливая девушка. Я не спорю в том, что это все так. Слово объективно меня смущает. Так, у меня не занизилось на оценку, сколько бы ни пытался это сделать. Я все равно люблю его другие качества, просто этот момент мешает мне жить и ему тоже. Ну, что ему жить мешает, это его проблема, а что вам мешает жить, это есть как раз созависимость. Так, значит, это не я придумала про принципы тревоги, если он не сделает что-то с своим эмоциональным состоянием, просто уйду, это единственный шанс спасти отношения. Так и что? И что на нем? Вот вы это все написали, и к чему? Вы если считаете, что у вас нет проблем, но вы так и скажите, что вот, знаете, вот, у меня нет проблем, я считаю, что полностью в порядке, вот, и все. Это проблема только у моего мужчины. Ну хорошо, хорошо. Понятно, в таком случае. Вот. Вот я, например, как специалист, я считаю, что у вас нет проблем. Потому что вы мирились, потому что вы говорите объективные вещи, потому что вы даже в своем дополнении ведете себя как родитель, говорите, что там, вот, что. Если он не сделает что-то со своим эмоциональным состоянием. Опять же, родитель нацелен на ребенка. Это родительское состояние тоже. Да, оно менее акцентировано в контексте ребенка. Но оно тоже есть. Вот. Понимаете? Такая штука. Прослеживается у вас доказательственные нотки, то есть пытаетесь доказать, пытаетесь объяснить, правда, вот, что объективно, я не придумала, то есть это все объективно, вот это вот направленность на правду, это тоже родительская позиция, и вместе с тем позиция с желанием доказать что-то. Как бы вы скажите сразу, вот, ну, для чего вы написали дополнение, чтобы что? Вы считаете, что мы хотим вас на консультацию затянуть? Так что ли? Ну, нет. Я, как специалист, вам говорю о проблемах. О ваших проблемах. Знаете, такая штука. Прошу учитывать, что вы можете их не замечать. И вы можете с ними не соглашаться. Но они есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю
вам всего самого доброго и удачи!